5-6-минутный перерыв. Мы с вами переходим. Показывал. Это я к тому, что если вот здесь каждая третья фотография моя, вот они. Вот. Это еще раз. Я вам показывал, насколько плохи дела. Где в стране, где у них, ведь чтобы тиражировать тысячах сувенир Востока, не наворовав вот эти же мои фотографии, вот эту, и так далее, надо, чтобы они были бы в садах, на усе, где они? Ведь тогда бы цепочка была бы, они бы, надо, чтобы это слева было в каждом саду. В каждом саду. Вот моя самая первая фотография. Вот она. Вот. Самая первая. Попробуйте спутать, если это мой дом. Так вот. Этого не произошло. Надо все в корне менять. Это будет еще отдельно. Вот то, что чуть раньше, где подойдет лицо. Про эту сливу нужно вырезать кусок, чтобы показать его. Пусть все смотрят, отправить в Академию наук. Ну, пусть хоть горькую правду узнают. Вот. А потом я вспомнил в этой белой одежде. Там рядом с этим самым... И вот этот академик, который изображал как бы чуть ли не дебила, да? Вот. Который все пытался этих генетиков наших самозваных найти, преследовать, ну... разоблачать, вот. Ну, это как бы уже Лысенко, но его изображали как бы Лысенко. И рядом с ним был молодой ученый, тот самый, который спасал этот самый новый сорт, выдающий сорт картофеля. В этих же белых одеждах. Ну, такого-то рядом-то, ну, нужен же, давно уже назрел. И писатель типа Дудинцева, чтобы все, что я написываю, это можно все, вот, посмотреть 5-10, достаточно полсотни вебинаров. А полсотни вебинаров, это уже 1000 фотографий. Тысячи. И сочинить, просто взять, сочинить даже не это. Не обязательно, как я в том фильме рассказывал про свою жизнь. Хожу по тундре, вижу это самое. То, хожу по этому, вижу то. Вот. Сбиваю снег, студент, с этих самых, с деревьев. Деревья сами выросли, на них ветки не ломаются. Деревья люди посадили, здесь же возле института, сейчас это уже Академия цветных металлов, Красноярск, которые люди посадили, ветки ломаются. Я что, слепой, что ли? С той стороны дороги сквер самосевный, с этой стороны деревья садили люди. Снега не выдерживают, ломаются. Уже трудно выводы сделать, трудно сделать так, чтобы они не ломались. Ну и вот описать такую жизнь, не обязательно железо, это может быть Иванов, Петров, Сидоров. Вот, как там Дёшкин фамилия была у этого. Что даже я и ни при чем. Выбрать вот эти моменты, эти факты. Что это было художник, пусть опять с любовью там было, или как это. Вот. Можно вставить эти самые явления, такие, как будто этого Иванова, уже не Железова, отключали это, но уже подробнее. Ага. С дуру пригласили, а что теперь будем делать? Он сейчас такое нам пасть откроет. Вот. А давайте, у нас кнопка есть. Вот. Сейчас он начнет говорить. Вот, нажимай кнопку. Этот предупрежден, оператор. Я только зашел, еще не было заседание, не открыто было. Я захожу, подхожу, этот, даю ему диск. А на диске сотни фотографий. Я говорю, вот эти вот первые 50, я буду рассказывать, и надо будет это... нажимать, я тут с указкой буду стоять, будете нажимать там, они же последовательные же как, про этот сувенир Востока, про супер сувенир, который мне удалось вырастить, прививая сливы на абрикосы, вот, про все. Меня отправляют с трибуны, я обращаюсь, я говорю, ну покажите хоть фотографии, я что зря приехал. Слово-то какое? Вы не заявляли. Я говорю, вот они, у него же диск, он вставлен. Вы не заявляли. В зале тишина, никто за меня не заступался. Давайте мы посмотрим.
Какие были эти, помните, Павлова, который, условные рефлексы? Помните эту сцену? Пусть художественный фильм. Студенты уже стоят, у них в руках яйца тухлые и помидоры гнилые. Они уже стоят, чтобы закидать этого. Ну, хоть это надо было, уже подговорили. Он выскочка, этот Павлов Иван. Павлов, он выскочка. Он сейчас такой насчет мести. Сейчас это швыряйте, мол, как должны были кричать. Шарлатаны, проходимость и швырять ему помидоры. А здесь плевать, полный зал. И зал этот сидит, ему плевать, ему показать то, что я привез. Им не надо это. Они хлопали тому, что в Испании сделано. Ничего не надо. Равнодушие 100%. Заканчивается этот перерыв. Я хожу по залу. Никому ничего не надо, вообще не надо. И сейчас идет год за годом, 5-10 лет прошло, ничего не изменилось. И опять без садов. И опять эта дурь воюет с этими, с муравьями. Вот приток подведен. Приток подведен.